Диана Марина. Продаются небольшие апартаменты, 40 метров квадратных, около моря, где-то 30 метров квадратных, до пляжа. В таком тихом райончике, потому что здесь непроездная часть. Непроездная часть. Машины здесь не катаются, катаются машины по дому. В принципе, тихо очень. Квартира состоит из зала просторного, где есть балкончик с видом на море. Здесь у нас с вами под стиральную машинку ниша, ванная комната. Индивидуальное отопление, что очень хорошо. Закрыли газ, уехали домой, деньги никому не платим. Экономия — наше второе слово. Так, и спальная комната, достаточно просторная. У нас сегодня с вами 22 октября 2014 года, плюс 22 градуса. Здесь, кстати, сейчас ехали, купались, очень много народу. Так, а что здесь позитивного? Позитивного то, что до моря очень близко. Позитивно все, кроме цены. Цена 350, хотят за эту квартиру. Я предлагаю, конечно, другие цены. И еще здесь очень важно, что вот здесь вот можно сделать, соединить с другой квартирой. Сейчас я вам покажу. Тоже 40 метров квадратных, продают сразу две. Вот, опа, мы заходим сюда. И вот у нас стенка эта, вот здесь я вам говорил, да? И у нас получается уже большая просторная квартира, 80 метров квадратных. Опять-таки соседний балкончик. Опять-таки вид на море. Кабины и спальная комната. Здесь, конечно, кое-что еще не доделано, но это вопрос одной недели. Вот общий, наверное, запрос будет, естественно, не 700, 600 будем требовать, там 550, но хороший вариант, потому что здесь еще с этой стороны у нас 30 метров окна, да? Вот. А здесь у нас там 100 метров железнодорожный вокзал, то есть можете приехать без машины.